Всем привет, с вами Алекс Ки. Помните, я снимал репортаж про Мергасовский дом в городе Казани. Вот здесь вот будет ссылка на этот видеоролик. Если не смотрели, посмотрите. Так вот, совсем недавно, в прошлом месяце, вышла новая статья на информационном портале, и оказалось, что у властей города Казани нет средств, чтобы восстановить этот дом. Таким образом, жителей все-таки придется выселить, но решение суда в законную силу пока еще не вступило, поэтому я думаю, что это все будет еще на длительный срок затянуто. Я считаю, что таким чудным образом у администрации города нет средств для сохранения культурного наследия, потому что это архитектурное наследие, культурное. Там довольно большое количество людей известных проживало. Тем более он находится в историческом центре города. То есть у нас просто заведомо и заблаговременно уже начинают заниматься сносом такого значимого объекта города. И я считаю, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы этот дом не сносили. Возможно, следует собрать петицию в адрес администрации города и в адрес... Можно даже отправить эту петицию на федеральный уровень. Думаю, что они каким-то образом поспособствуют выделению денежных средств на реконструкцию и ремонт этого здания. Давайте попробуем это сделать. Я внизу оставлю ссылку на петицию, и, возможно, мы чем-то поспособствуем к положительным действиям, чтобы не сносить этот дом, сохранить. Тем более, если дом будут сносить, то куда выселят этих людей, которые проживают в этом доме, либо их вообще отправят на задворки, типа Салават Купыря. Это не должно так плачевно закончиться. Люди достойны хороших условий жилья, и это вполне возможно при современных технологиях. Я думаю, что у нас все получится. Ссылки будут все в описании. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вам не понравилось и вы не сторонник поддержки таких вот общественных движений, ставьте дизлайк. Ну и не забудьте подписаться на канал. Также нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну, у меня на этом все. Всем пока.